что делаешь? Тихо, дружище. Короче, это кто? Твой кореш новый? Фас. В общем, всем привет. Я с Фридрихом. Там еще модератор нашего сайта скрывается. Ну, он за кадром. Фридрих, блядь, встань возле экрана. Короче, друзья, коэффициент 7. Коэффициент 7. Здорово. В общем, его не слушайте, слушайте меня. Да, коэффициент 7. Я сегодня 7. Пришел к коту ученому. Коэффициент 7. Это единственный кот, который может морщить лоб. Обратите внимание. Надбровные дуги. Очень бронзовые уши. И здесь у него книжечка. Вот на этой страничке, знаете, что написано? На этой страничке написано, что сегодня будет ставочка у нас экспрессик с коэффициентом 7.14. Подожди, дай сниму небритую бороду твою, чтобы люди знали, что вот волосинка... Тихо, ладно, не кипишу. Короче, Фридрих, друзья, вот примерно, видите вот эти дома? Вот за ними там то самое озеро, где мы снимали. Мы находимся в Калуге. Ну, вы узнаете, в принципе. И вот это вот чудовище. А что, снимается уже? Пизду, без пафоса. И в общем-то, вот за этим домом он будет нырять в озеро, если сегодняшний экспресс его не совпадет. Мы не будем ждать весны. Никто наебывать никого не собирается. Раздолбим лед и окунем Фридриха в розовых плавках, как вы сказали. В этих в ластах он будет нырять. Да. Но! Погонял его кловорот. Он еще не проиграл 9000 с чем-то, с копейками. И у него есть последний шанс поставить их на коэффициент 7. На коэффициент 7. 7.14. И борода вот этого Crazy Фридриха. Да иди. Должна ему помочь, этому мудаку. В общем, это. Вот он пришел к коту. Говорят, что этот кот знает все. Этот кот знает все. Ну а раз этот кот знает все, а вот эта собака нихуя не знает. Короче, приступаем, Фридрих. Поехали. Твой первый прогноз, твой первый ставка, братуха. Так. Что пишет книжка? Что здесь видно? Ну здесь не видно ничего, а вон там-то, конечно, копеечка лежит. Да? Да. Где? Ну здесь не видно нихера. Ага. Ладно. Первый матч, на который будешь ты ставить в своем так, экспрессе. Значит, сегодня будет экспресс. Да. Сегодня присаживайся вот сюда. Нет, вот. Она холодная у меня. Ну что, да похер, все равно нырять в озеро и тебе. Озеро все-таки вода, это моя стихия, понимаете? А-а-а. Вода это моя стихия. А-а-а. Это моя стихия, вода. Так, Фридрих, поехали. Первая ставка. Так, сейчас он будет меня перебивать постоянно, поэтому не обращайте внимания на матерные слова, типа. Ну и все остальное. Значит, первый матч Эспаньол против Депортива из Ла Коруньи. Не уебывайся. Бля, не попал. Не уебывайся. Тихо, не макай ногами. Все, чепушило. Ах ты, блядь, сволочь. Давай, рассказывай. Первый матч. Ну не перебивай. Все, поехали. Первый матч. Значит так, первый матч. Эспаньол против Депортива из Ла Коруньи. Победа на Эспаньол. Я поставлю второй матч. Коэффициент? Коэффициент 2. Сразу обосновывай, 2.50. Почему победа Эспаньола против Депортива. Здесь написано. Вот здесь написано. Все, ребят, там написано. Я пришел, тут раз, хоп. Ага, у меня все. Испаньол, Депортиво из Ла Коруньи. Пожалуйста, победа Испаньол. Ага. Второй матч. Опять же, пришел, оп, взял. Ага. Так, как ага. Билет. Так. Будет играть Малага, Реал Мадрид. Оп, Реал Мадрид. О-хо-хо-хо. Не, ну нормально. Как? Малага, от Малаги не жди многого. Жди Малага. По щам. Так, дальше. Как почему, вернул, кстати? Но... Почему, кстати, вообще Реал должен выиграть у Малаги? Вот скажи мне, Фридрих. Потому что написано, я же тебе говорил, что это ж кот ученый. Кот ученый, все ходит под спи кругом. Пойдет направо, песню заводит, налево сказку говорит. Там чудеса, там леший бродит, Андрюха там на ветвях Фридрих висит. Фридрих хуету несет. Андрюха там на дыбе висит. О, какое дерево! Дереве! Это два, значит, два. И...
И еще тоже на Испанию. Мы будем ставить. На что мы будем ставить? Абсолютно верно. Рая Валекана, Севилья. Победа Севилья с нулем. И что, три удачных мальчика в 7-7 получается? 7-14. Ну, да. Короче, ты не будешь вообще обосновывать свои прогнозы, тебе похуй. Кому надо, тому обоснуй. Давай обоснуй. Кому? Давай, блядь, обоснуй нахуй. Обоснуй. Ты че, блядь, ара, блядь. Раздвинь. Не, бля, слушай. Не, братан, ноги подожди, послушай меня. Вот смотри, братуха. Ты сейчас вот сказал, да, сейчас люди поставят деньги. Они проиграют, они к тебе приедут, скажут, братан, мы к тебе обратились. Ты вопрос не решил с коэффициентом 7, не решил. В общем, давай так, чтобы авторитет не падал, значит, мы обратились к тебе, наш авторитет, соответственно, упал, так как коэффициент его не совпал. Просто, чтобы проблем не было, квартиру переоформляем, регистрационно идем, пойдем сейчас. И по-братски все нормально, если что, мы решим все там, если кто наедет. Вася, кто меня найдет? Кто меня найдет? Я себя сам с утра ищу. То есть, короче, тебе похуй, не будешь обосновывать прогноз свой. Я вот, а что мне обосновывать? Оп-оп. Кот. Приснился кот, приснился два, приснился три. Ну вот, а если они скажут, Фридрих не обосновывает прогнозы, несет чушь. Ты что? Как они... Ты что им ответишь? Что? Я вас люблю? Я вас люблю, я не вижу ваших рук, мать ваша. Фридрих, ну что, коэффициент 7. Да, 7-14, последние бабки. И потом, в принципе, да. Ну, в принципе, и нет. А может быть и не знаю, я вообще не понимаю ничего. Ну, что я вообще понимаю? Что я не... В общем, будет нырять в озеро, если кот, вот кот свидетель, надубит он фридрихские прогнозы. Что там такое, что под хвост ему хочешь? Балуется ли хвост под кот? Хвост под кот не балуется. А кот под хвост? Это был последний прогноз. Какой последний? Потому ты думаешь, что угадаешь? Какой последний? Крайний. Коэффициент 7 угадаешь? 6 не угадал. Короче, не хочется вам обосновывать свои прогнозы. Дает коэффициент 7. Мальчик вот разбирал эти? Конечно, разбирал. Реально деньги ставить будешь? Конечно. Пиздабл? Пиздабл. У меня сегодня согласительное настроение. Согласосательное, лишь бы потом у тебя не было после этого экспресса. Ребят, ну что, оставляем свои комментарии. Если кто-то думает, что Фридрих Папан, в принципе, Фридрих Папан, вы правильно думаете, вот, дайте свой экспресс на эти три матча, которые назвал Фридрих, если вы не согласны с его прогнозом. Ставим лайк, если вы не согласны с его прогнозом. Ставим лайк, если вы согласны с его прогнозом. Есть, в общем, ставим лайк, если. Да, и вам задание последнее. Напишите в комментариях на нашем канале YouTube, ну, также можно и ВКонтакте в нашей группе, какую он должен петь песню, когда будет заходить в ластах и в розовых плавках в холодную, прихолодную водицу. На этом все. Ну, естественно, Фридрих сейчас вас попросит подписаться на канал. В общем, раз на такое, ребятушки. Мурчащий мой дружок сказал, если вы, кто смотрит, не подпишетесь на этот канал, то бишь Iron Bad железная ставка, он вам исцарапает все лицо. Мур. Вот так вот. Да. Попрощайся теперь. Goodbye, my friends. Goodbye, my love. Goodbye, всех.